Ma che tu, Andre? Dai, dai, qui si vai.那刚去发展，他这两毛就给你，那刚去了我才刚我到屋里来，我这那刚去，那两毛那俺家可以，我去把现金都没钱嘛，是吧？那刚去发展，你看你现在都写了。 高级点的，我们这边是哪里的？也都是天然的泥土的，可以帮他。天然的泥土，就是那个天然的泥土，可以做的陶具，别的泥土做不了。对，啊，这个都是从山上。我就是拍一张他的照片给你。啊，不看就不要紧。啊，比利。 你拍了吗？没拍。没。你拍了吗？没拍。没。 Непал удивительно яркая страна, здесь все вокруг очень ярко, все колеровое, все такое забавное. Вообще, конечно, тут у людей другие ценности, совсем все по-другому. Мне кажется, что деньги совершенно не на первом плане у местных жителей, и конечно же, это... Этим очень сильно отличается от наших европейских стран, от Белоруссии, от наших соседей. Скидывают цену конкретно. Ну вот она говорит $40, я за 30 сказал. Посмотри, какая тебе больше нравится. Вот это 6 миллионов. Я хочу сказать, что непальцы – это одна из самых миролюбивых, на самом деле, наций. Наверное, это одна из причин, почему сюда столько туристов приезжает. Даже если сравнить с соседней Индией, где много наглости, шума очень много, то здесь люди намного более спокойные и доброжелательные. Какие бы здесь ни были демонстрации, например, политические митинги, люди, они всегда очень хорошо относятся к туристам, никогда их не трогают, всегда очень уважительно к ним относятся. И вообще, это страна улыбок, на самом деле, Непал. Сюда всегда, наверное, это одна из причин, почему хочется всегда в Непал возвращаться. Есть такая туристическая поговорка, если ты один раз ездил в Непал, то ты обязательно сюда вернешься. Thank you.
щекотно? Нет. Если так я смотрю, посмотреть гречный паспорт, там видно. Мы сейчас пойдем направо. Все этапы будут. Нет, там влево, мигает? Ну, вот рядом. Давай, гумани. Если бы он затянулся, у меня не получилось. Лариса, на-ка сфоткай. Лариса, сфоткай. Если же надо, я могу посмотреть. Да он обдолбанный вообще в жопу. Я увидел, что Непал достаточно бедная страна. Когда мы шли в трекинге, спускались уже по тропе, мы встретили пожилого дедушку, который сидел, продавал традиционные ножи кукури. И вот мы купили нож один такой, и он пригласил нас в свое жилье посмотреть, как он живет. Конечно, все это очень бедно, но при этом очень все... аутентично, все как-то очень уютно, достаточно уютно. Вот, ну и, конечно, сохранилась очень сильно ремесленная
направление, направляющее. Здесь квартал ремесленников. Сегодня мы проходили квартал, где делают... Квартал, где гончары делают горшки. Вот, до этого видели всякие разные кварталы, где льют из бронзы, из металла. Кто чем занимается? Ну, сохранилась эта традиция ремесленная. Смотри, как слон стоит, как выходит. Танечка, секунду. Не держи. Гаты, вот, это как храмы там. Иди подай. Да, сейчас. Сейчас будем молоко. У меня такое вымя, корова. Сейчас подойди, когда у него вымя такое, погляди. Ну ты вот иди сюда, где она не сможет далеко пойти. Ой, как! Thank you.
Но дело в том, что с одной стороны здесь на центральных улицах много сувенирных лавок, видно, что все это для туристов. С другой стороны, достаточно свернуть вот с основной улицы, и вы окажетесь в настоящем Непале. Мы прошли буквально сотню метров от главной этой туристической улицы и оказались в месте, где совершенно не бывает туристов, на Бхактапурских гатах, где кремируют мертвых. Конечно, там, где настоящий Непал, немножко грязней, но зато там настоящая вот непальская жизнь. Сидят люди, вяжут, прямо на улицах шьют на машинках, дети играют. И мы тут. Hello.